Всем привет, это гороскоп, и я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Очень динамичный и возвышающий вас день успеха. Лучше в этот день отменить все свои телефонные звонки и переписки и просто отключить телефон. Куда-то скроется, как будто бы растворившись в темноте, ваша неуверенность в себе. Поездки и публичные выступления лучше планируйте заранее, чтобы избежать недоразумений. Несмотря на плохое настроение, в этот день вы сможете сделать очень многое. Принимайте в этот день любую побочную для вас работу, потому что в конце дня это будет вознаграждено. В этот день вы будете действовать максимально оптимально, находя самые простые пути решения вопросов. В этот день вам будет казаться, что день идет наперекосяк. На самом деле жизнь просто встает в нужное русло. В этот день вам стоит помнить, что конфликт не конструктивен, а разрушителен. Тайна в этот день может стать явным, и вы потеряете не только репутацию, но и, возможно, место на работе. День обернется настоящим наслаждением в плане взаимоотношений с любимым человеком. Вам предстоит важная встреча с влиятельными людьми, так что будьте начеку. Это были гороскопы, я Главицкая. До встречи!